Александр Ус назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Владимир Путин. Тем же документом была принята и отставка Виктора Толоконского. Напомню, Александр Ус родился в Иланском районе в 1976 году, окончил Красноярский государственный университет. В 90-х был избран в Совет Федерации, после этого занимал должность заместителя главы региона. В 97-м стал депутатом законодательного собрания, через год был избран его председателем. Добавлю, что исполнять обязанности главы региона Александр Ус будет до момента вступления в должность лица, избранного губернатором края в сентябре 2018 года.